Привет, друзья! Это, можно сказать, продолжение того видео, в котором я как бы пытался встать на учет на... Как оно? Ну, короче, на биржу труда. И все у меня получилось. Я как бы все документы заполнил, да. Все отправил, там ННН, ну, все-все-все пункты. Короче, указал анкету, кем работал, кем хочу работать. Ну, короче, все заполнил. И как бы, ну, стал ждать. Все вроде заполнил и заполнил. Там написано в течение 11 дней. Короче, все рассматриваем. И как бы и забыл даже про это уже. Ну, время прошло какое-то. И вчера... Нет, позавчера получается. Вот 22 число. Я... Ну, что-то в Сбербанк захожу онлайн, да? Смотрю, 550 рублей. Думаю, откуда это? И как бы, ну, указывается же обычно, кто, да, переводит. Вот смотрю, payment to card rus, ESB payment to card rus 5. Кто такие, думаю, откуда вообще? В интернете, думаю, посмотрю. Как бы захожу. И люди тоже пишут, там, поступили деньги вот оттуда-то, оттуда-то, что за фигня? Ну, много таких, как бы, там. И кто-то пишет, хер на это, может, я тоже подумал, что ошибка, мало ли что. И пишут, типа, если вы не знаете откуда, или в банк позвоните, узнаете, или что-то, ну, потому что могут потом списать и в минус вас, короче, вы должны будете. А потом кто-то написал, что это, типа, какие-то социальные выплаты, скорее всего. Ну, вот так вот, такими, как бы, реквизитами. И да, я потом захожу... Ой, блин, я ж не показал. Сейчас. Вот, 550 рублей, закрыл же видео. Ну и вот, собственно, потом, да, думаю, дай-ка другую историю зайду, посмотрю. Захожу же вот сюда, вот, прочие поступления. Все успешно выполнено, написано, социальная выплата. И я думаю, что за социальная выплата такая? Короче, вот до сих, ну, как бы вот смотрю, да, и не могу понять. Думаю, да что за херня? А потом думаю, блин, это, наверное, от этого, короче. Вот. От службы занятости. Захожу на сайт. И действительно, смотрите, все. Вот у меня назначено пособие. Написано, видите. Вы поставлены на учет в качестве безработного. Вам начислено пособие. Все. А, назначено пособие. И я так думаю... Ну, 550. Вроде тетка обещала там, ну, когда я звонил, видео у меня есть. Она сказала 1500. Тут как 550, думаю. Ну, и не стал звонить, просто это как бы эксперимент и был, правильно? Получится что-то или не получится из этого вообще? Может простой человек это сделать или нет, чтобы никуда не ездить? Видите? Если бы, например, надо было ехать куда-то, да, оформлять вот это все... Я бы, если бы знал, что 550 рублей будет, например, я бы даже вообще с места не стронулся. Потому что мне этих денег не хватило бы на бензин, съездить туда и обратно. Да, на автобусе, может, и получится, но автобус там не на пару раз в суток ходит. Потом еще хер выберешься. В городе, может быть, как-то проще это все. А когда ты где-то в поселке живешь, да, и где-то районный центр у тебя там хер его знает за сколько километров, как бы, ну, за 550 рублей, я думаю, не каждый поедет. Как бы у нас вообще, да, в стране жить это как, не знаю, рулетка или какая-то, да, как сказать, игра какая-то азартная, да, повезет, не повезет, выпадет, да, что-то там тебе, раз кому-то выпадет, может, 10 тысяч получит, кому-то выпадет, вот как тетка обещал, 1500, мне вот 550 рублей, да, досталось. Сейчас начнешь узнавать, спрашивать, скажут, вам 550 дали? Вот радуйтесь хотя бы, некоторым вообще ничего не дают, типа такого. Ну вот как бы факт, видите, все реально, можно встать удаленно, даже можно деньги получить какие-то. Не знаю, попробуйте, если как бы вы безработные, да, попробуйте встать. Там на самом деле ничего сложного нету, как оказалось. Ну правда заполнять долго, вот это все там пишешь, вносишь, реквизиты потом еще надо внести, куда вы хотите типа получать это все. И узнаете, ну сколько вам. Мне просто тоже интересно. Я даже на радио отправил. Он говорит, да, типа, я вижу, сколько вы типа получили там.
слушал радио сегодня. Ну и вот, в принципе, что? Вот что можно купить? И то как бы там самое такое минимальное по самым дешевым ценам. Что, макароны купил, там печенье, вон, минералку, молоко. И то котятам, как бы я молоко не пью. Лук купил, семечек, пакет 100-граммовый. Колбасу ливерную, яйцо, кошачий корм. Вот и там лоток, короче, бедер цыпленка. Это вот на сколько, да? Ну, 2-3 дня, как бы. И как вот 550 рублей, что за выплата такая? Не знаю. Это каждый день бы, если столько выплачивали, да, не против бы. Но я проверял, и вчера, и позавчера больше не пришло. И сегодня проверял, не было. Не знаю, вообще, не знаю, что сказать. Правительство кого-то живет на другой планете. Они, короче, ну, не понимают, мне кажется, как люди вообще. У них там есть деньги, да? И как бы они все думают, ну, а что? Что люди-то жалуются? Вот у меня там зарплата, например, там 800 тысяч или миллион. Что людей не устраивает? Что они бастуют? Какие им выплаты нужны? Они что, охерели, что ли, люди эти? Что, им мало 600 тысяч, что ли, в месяц или миллион? Что, не могли себе отложить куда-то? Вот и реальность вам. 550 рублей. Ну, вообще, круто. Ладно, все, друзья. Попробуйте сами. У меня же прям вообще, я, когда вот это все узнал, я ржал прям, ну, действительно. Блин, пособие по безработице 550 рублей. О, все, друзья, пока. До новых встреч. Попробуйте, напишите мне, что у вас получилось.